Танки Шоп. Магазин золота, премиум аккаунтов и танков для ВОТ. Моментальная доставка покупок на ваш аккаунт. Большая вероятность выиграть танк. Не веришь мне? Смотри, как блогеры проверяют Танки Шоп на YouTube. Мини-конкурс от Маракаси. Поставь лайк под видео, подпишись и напиши комментарий и свой ник. Двое счастливчиков получат голду. Также в видео спрятан код. Найди его и напиши его вместе со своим ником. Если сделаешь это первым, выиграешь голду. Действуй! Здравствуйте, друзья, с вами Маракаси, вы смотрите рубрику «Приколы и баги». Начнем мы с момента, где ЛТТБ падает на КВ-5 и в полете выстрелом красиво его уничтожает, потом переворачивается и при этом остается еще в живых. Удивительно и крайне зрелищно. При этом стоит отметить, что игрок изначально занял шикарную позицию и потом уже только с нее сиганул. Игрок на ОАИ попал под обстрел врагов и в итоге забирается он под мост. И игрок назвал это место шикарной позицией. Ну, не знаю, можно ли это место назвать именно так, но то, что это весьма забавно, это точно. По крайней мере, я так думаю. Ну, потому что игрок вместо того, чтобы поехать куда-нибудь там в город воевать или еще куда-нибудь, сидит под мостом, иногда выглядывает отсюда и стреляет по врагам. Вот такой вот тролль прямо под мостом живет и иногда на волю все-таки выбирается. Пишите, друзья, в комментариях, является ли это место шикарной позицией. Рассмотрю все ваши варианты. Ну, выглядит это действительно со стороны забавно. А дальше у нас просто вот такой вот веселый, бодрый момент, где Светляк смог эпично расправиться с врагами. Сначала он уничтожает арту, которая его преследует. Потом, через некоторое время, приезжает еще один противник на Удис-03. Вражеская шведская ПТСАУ преследует нашего героя, но тот, конечно, на ходу отстреливается по ПТшке и наносит ей немало урона. Тут через некоторое время приезжает еще одна ПТСАУ Як Пантера. Игрок уворачивается от ПТшки вражеской, та не успевает довернуть, и наш герой уже перезарядился и начинает ее активно обстреливать с помощью своего орудия барабанного. И в итоге забирает Як Пантеру. Прискакала еще одна ПТшка, пыталась она затранить нашего героя, в итоге промахнулась, только чуть-чуть дотронулась до танка нашего. Ну и в итоге игрок ее добирает. В следующем эпизоде Шпик едет уничтожать 110-го. И игрок немножечко не рассчитал, в итоге не вписался в поворот и перевернулся на борт. 110-й таранит нашего героя, и тот возвращается в исходное положение и все-таки уничтожает китайский тяжелый танк. Далее у нас 54-ка замечает интересный феномен. Башня от АМХ 50Б начинает вращаться сама по себе без каких-либо причин. Ну, вот такой вот баг. При этом его видит не только 54-ка, но и другие игроки, судя по реакции Т-54Е1, который внимательно смотрел на эту башню. Ну и потом вращение прекращается, когда 54-ка все-таки дотрагивается до этой башни. Пишите в комментариях, было ли у вас когда-нибудь такое. И далее у нас елочка на последних секундах умудряется сбить захват. И остается совсем мало времени, но противники могут все равно захватить базу. Игрок снова пытается сделать выстрел, сводится, стреляет, и в итоге, похоже, он по кому-то попал, судя по всему, и сбил захват. И в итоге игрок получает медаль Колобанова. А в следующем моменте Т-25 пилот, No. 1, встречает тут какую-то бешеную блоху Е25. Вот эта хищная ПТшка выезжает, и посмотрите, как она вцепилась в пилот. Она просто снесла его и разорвала как тузик грелку. Игрок даже не успел опомниться, что вообще произошло. Игрок на МХ-1390 замечает последнего противника ЛТТБ, и на всей своей скорости французский ЛТ вторанивается в противника сносит ему не так много прочности, но далее вот так вот, облокотившись на врага, все-таки его добивает. Борщ замечает любопытную картину, как вражеский ФВ-304 переворачивает союзного ИКВ-65. Просто берет его, таранит и переворачивает на крышу. Давайте посмотрим с другого ракурса, чуть поближе, как это произошло. Вот арта выезжает, ПТшка мажет по ней, и далее арта вот так вот в наглую берет и переворачивает шведскую ПТ-САУ на крышу. А в следующем моменте Е25 пытается уничтожить последнего врага, и у него все-таки удается это сделать. При этом игрок это делает весьма эпично и необычно. Просто перевернувшись на крышу, он уничтожает врага. Вышло действительно очень прикольно. В следующем моменте Батчат умудрился застрять на рельефе местности на карте Песчаная река. Ситуация очень распространенная, я о ней не раз говорил, но еще раз, скажем так, напомню вам, потому что очень часто мне присылают такие реплеи. Не у всех игроков ставят высокие настройки графики, и поэтому эти скалы не всегда видны. В следующем моменте елка, удирая от врагов, врезается в союзника на ПТ-САУ и просто тут его сносит, переворачивает. Ну, игрок, может быть, и не хотел этого, просто ПТшка возникла внезапно, и зачем-то вообще она сюда поехала. А в следующем моменте СТРВ гонится за вражеской ПТ-САУ, в итоге наскоком переворачивает ее на крышу и встает сверху, как будто занимает свой пьедестал победы. Ну и своим трупом еще и добирает гриля. Вот такой вот веселый, забавный момент. В следующем моменте у нас Т-67 падает на противника и красиво его давит всей своей массой. Идем далее, друзья. Скорпион пытался занять, видимо, шикарную позицию, но тоже тут застрял на рельефе местности. Друзья, будьте осторожны, если вы вот пытаетесь где-то слезть там, и перед вами всякие скалы, то есть вероятность, что вы вот так вот зацепитесь за них дном и не сможете съехать. Хотя стоит отметить, что вот эти вот всякие скалы и вот этот вот рельеф местности, он виден только на средних или высоких настройках графики. В следующем моменте Эмиль 2 встречает двух врагов. К сожалению, у него закончились снаряды в барабане, и единственное оружие, которое у него есть, это таран. Два противника пытаются прорваться, но игрок упрямо их не пускает. Хотя Е5 все-таки проезжается по нашему шведу и заезжает сзади, и в итоге его все-таки уничтожает. Но тем не менее игрок снес очень даже немало прочности врагам, учитывая, что он был на КД. Далее у нас вот такой вот забавный случай. Тут вражеская арта, похоже, стреляла по Т-49, но в итоге случайно она забрала своего светляка, который внезапно ворвался, подпрыгнул, и, похоже, снаряд арты прямо угодил в него. И тем самым светляк спас Т-49. Можно сказать ему за это спасибо. В следующем моменте 62-ка встречает противника МХ-50Б. Враг врывается, но игрок не растерялся, он подставляется, таранит врага и в итоге переворачивает его на бок и к стенке ставит, начинает расстреливать. Вот так вот довольно-таки ловко игрок расправился с противником. Идем далее, друзья, и тут у нас Т-49 попал в топ списка, то есть он попал с 8-ками в бой, и это странно. Вы, наверное, скажете, что же в этом странного. Ну, кто знает механику баланса в нашей игре, тот наверняка знает, что Т-49, он максимум, куда может попасть, это против девяток. Но тут же ни одной девятки нету, то есть по сути игрок в топе, и я не понимаю, как такое вообще вышло. Пишите в комментариях. И это, кстати, не новый патч. Далее у нас арта переворачивается на бок. Не знаю, что она тут пыталась вытворить, но в итоге вот что получилось. Ну и игрок не отчаивается, старается он выбраться, хотя уже бой явно сливной. И вот так вот бочком он передвигается вперед, очень медленно, но все-таки едет. И вообще удивительно, что он может в таком положении двигаться. Но в конце его сливают, конечно же. На этом все, друзья. Спасибо огромное за просмотр. Не забудьте поставить лайк под этим видео или дизлайк, если вдруг оно вам не понравилось. Ну и также напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого видео, ну и других каких-то моментов. Будет интересно узнать ваше мнение. Спасибо, друзья, за просмотр. Желаю вам удачи и здоровья. До скорых встреч. Пока.